Всем здорово. Короче, оставил вчера жерлицы ночевать. Прихожу, результат нулевой. Нет сработок. Две штуки я поставил. Пришел, закормил. Попробовал, тут сначала была одна поклевка, потом закормил. Сразу же поймал вот одну плотвичку. Такую не очень крупную. Короче, вон она, удочка стоит, пока тишина. Тут мормышка поменьше сейчас стоит. А вообще вот самая крупная. Такая, наверное, 1,5 грамма где-то. Я думаю, надо вот там, где поглубже, пробовать. Тут, допустим, 5 метров. Там уже вот, где первый камыш, 5,5. Там дальше еще больше. Вчера я вот это огород типа сделал. Вон она, вторая жерлица стоит. Вот, видно. И стоит, ничего там нету. Я даже не проверял, там какой живец, не живец. Там сдох, не сдох. Вот, промоина уже идет. И вот там, где камыш, крайняя лунка. Так, попробуем на второй лунке. Что тут нам скажут? Крупные плотвины. Вот здесь у нас уже глубина примерно вот на 0,5 метра, точно больше. Вот уходит, 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 все на дне. Вот там поклевка идет полным ходом. Ох, какой подъем! Нормальная плотва. Плюс-минус такая же, как до этого клюнула. Проскакивали вчера покрупнее. А сегодня вот так. Пока что. А вот. Вот клюет уже. Жестко. И рыбка там сидит. Снова. Это как поменьше вроде. Ну вот. Такой размер, короче. Плюс-минус. Вот вообще сколько запаса. Течение то утягивает, то не утягивает. Вот. Теперь подмотаем. Вот так оставляем. И вот она уже сразу. Я, короче, сейчас достану. Установлю камеру нормально. И тогда будем дальше смотреть. Опять такая же вот. Такая же точно. Хотя вчера лучше клевала на той лунке, где немного меньше глубина. Возвращаемся на первую лунку. Рабочая лунка, чисто. Я, кажется, понял, в чем дело. Когда пришел, было течение слабое. Сейчас смотрю, посильнее стало. Наверное, вода пошла. Поэтому... И вот она, поклевка, ну, опять погубит. Но сегодня рыба такая, я смотрю, не сильно активна. Хотя вот, кто-то там дербанит. Опять в холостую. Так постоянно. Вот это вот не в холостую. Есть плотвичка, походу. Нормальная. Вот это хороший размер. Вот. Что там видно? Что-то. Ой, блин. Хороший. Хороший размер. Вот так, короче, несколько свежих мотылей подсадил. Опускаем. Течение, блин, уносит жестко. И вот сразу же еще одна. Еще одна, еще одна. Еще одна. О!
тоже нормальная. Вот это с икрой сразу видно. Вон у нее пузо какое. Походу икряная. Давайте следующего. Следующую рыбу давайте. Давайте нам следующую рыбу. Прям на дно кладу. И есть дело. Да, вот в принципе как вчера. Вот эта лунка самая хорошая была, как и сегодня. Можно единственное поиграться, подсадить больше опарыша, пучок. Может, типа рыба крупнее будет. А так, других вариантов тут нет. Кроме плотвы никто не проклевывал. Ни подлещик никто. Хищник на жерлице тоже не клюет. А, тут уже сразу поклевкой. Сразу. Мелочь. Сейчас добавим опарыша все-таки. Детский сад, походу. Вот. Вот это нормально. Нормально. Может, даже хорошая. Не сильно хорошая, но пойдет. Опять рано. Рано подсекаем. Ну, что вытворяет? Колбасит там. Вот это есть. Такой же самый размер, плюс-минус. Вот. Даже меньше, наверное. Это отпустим. В принципе, вот как сейчас, так она и вчера клевала. Ничего такого. Какого-то там супер клева. Но вот есть поклевка. Вот это нормальная, я чувствую. Что там брыкается? Блин, сошла прям. Прям я ее видел. От зараза такая. Прямо тут сюда дошла, до края лунки. Нормальная была. Что ж такое? Надо попробовать такой пучок опарыша, прям, как я вчера насаживал, по 3 штуки там. То есть не по 3 штуки, а штук по 5 так. Вот тогда именно крупняк был. Ну как бы он проскакивал. Я еще по лету заметил, вот чем крупнее наживка, тем и плотва крупнее клюет. Как-то она ее привлекает. Есть такое дело. Нормальная такая плотвичка проскакивает. В принципе, как и летом. Вчера несколько штук таких более-менее прямо хороших проскочило. И все. Ну так, размер вот ладошка. Наверное, чуть больше. Ну и мелочь проскакивает. Вот это поклевки пошли. Такие прям. Хорошенькая. О!
Вот это та, про которую я говорил. Такая неплохая. Неплохая плотва. Сейчас надо мотыля подсадить немного. Опустили, и вот сразу же поклевка. Походу опять стайка подошла. Ну как-то бывает так. Не сильно прям. Не сильно часто. Бывает, три штуки сразу поймаешь. Потом начинается ожидание. Опять нормальная плотвичка. Ну, как-то я не знаю. Может, она распугивается иногда. Опять леска зацепилась. Вот, отцепилась. Ну, в принципе, отлично. По рыбалке отлично. Сказать, что не клюет, это неправда. Клюет. Ну вот, но мимо. Вот опускаешь, в принципе, довольно-таки быстро. Сразу поднимает, блин, такие подъемы. Ну. Оп. На что ты? На что ты, что ты, что ты? Вот это азарт. О. Вот это вот, наверное, самое крупное будет. Блин, брыкается как. Тихо, тихо, тихо. Ну да, неплохая. Такая. Перья у нее какие. Перья вот какие красивые. Сейчас она его сложила. Короче, красная такая прям. Вот верхний плавник высокий. Вот это прям сопротивлялось хорошо. Вот какой размер клюет. Ладошка плюс, плюс-минус. Опускаем дальше. Мотыль у нас на месте, вместе с опарышем. Опускаем. Опускаем, опускаем нашу мормышку. Вместе с леской. Вот так. Вот она сразу же. Поклевка. И снова есть. И снова есть рыба. Но это поменьше. Рыба есть, но поменьше. Такую, кстати, вчера жареную я пробовал. Довольно-таки понравилось мне. Вкусная, как чипсы. Хвосты прям. Это деликатес. Даже я вот помню, летом карасика кушал. Да, вкусный, все. Ну, вот это мне понравилось так даже посильней. А там уже вот рыба сидит. Даже на дно не опустилась. Вот это вот хорошенькая опять. О, 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 о. Вот это она. Вот это та рыба, которая нам надо. Вот опять опустил. И опять вот сразу же, даже я вижу, просто она шевелится. До дна не достает. О, не достает. Вот она какая. Отличная. Ну, пошла ловиться. Проснулась, походу. Опять опускаем. Рыбка, походу, проснулась. Сейчас я попробую подмотать немного. Чтобы видно было. Вот она какая поклевка. Шпарит. Уже она там сама засела. Специально ждал, чтобы камеру включить. Ну вот это хорошая. Стой.
Стой, 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 стой. Вот это вот размер. Как надо. Отлично, просто. Так. Вот это рыбалка. Реальная. Опускаем. Блин, сейчас камеру надо протереть. Вода попала. Вода попала. Вот. Попробую показать сейчас. Вот это подъем. Опять есть. Вот она. Вот она, рыба моей мечты сегодняшней. Причем с утра она так активно не клевала, в принципе. Как сейчас вот пошла ловиться одна за одной. Видимо, какие-то временные у нее там есть диапазоны кормления. Вот, 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 вот. Клюет. Клюет. Вот она. Отлично. Тут уже вон рыбы сколько лежит. Забрасываем снова. Вот сразу же поклевка. Вот это вот неплохая. Вот это вот чувствуется сразу неплохая. Леску из рук выдирает. Во. Вот это оно. Да стой, 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 стой. Вот этот размер. Отличный. Просто. Не знаю, как показать, но вот, вот так видно будет, я думаю. Отличный размер. Пошла ловиться, родимая. Ох, мимо. Холостая. Вот это подъем. О, опять крупная. Походу пошел крупняк ловиться. Подошел. Вот. Вот такая. Вот это точно с икрой. Пузо у нее набито. Вот это точно с икрой. Размерчик большой. Как раз солить. Солить ее и солить. Кстати, вчера пробовал чисто на опарыш, допустим, не так клюет, как если мотыля подсаживаешь. Не так клюет. И вот сразу же опять. И опять неплохая. Стояла тут маленькая, а сейчас не маленькая. Отлично. Просто отлично. Подсадил мотылька немного. Тоже. Вот так. И вот она сразу же тоже хорошая. Покрупнее подошла точно, значит, теперь раз уже три
Три штуки таких кабанистых. Стой, стой, стой. Ой. Раз уж так, значит так. О, какой пучок. Вот эта унка, она вчера весь день работала, в принципе. И сегодня вот так же продолжает. Почему-то тут так оптимально. Дальше там глубже, ближе к берегу мельче. А вот здесь вот оно как-то получается. Вот так поближе поставлю. Что-то там уже колыхает. Мормышку нашу. Вот это подъем такой. И нифига. Не засеклась. И снова. Что-то пробуют, пробуют. Тут свежего мотыля подсаживаешь. Может, мелочь начинает клевать. Или может, ей тяжело в рот взять наживку. Может быть такое. О! Так она как-то нежно клевала, кстати. Ну, она и не крупная, как бы. А показалось, что крупная. Пускай идет. Опять. 25. Это вообще детский сад подошел, значит. Куда тебе тут? Вот так. Сейчас еще один заброс. Перекурим. Посмотрим, что тут у нас по результату рыбалки. Примерно я полтора часа рыбачу тут. Полтора-два часа где-то. Забросим же нашу вкуснейшую наживку. Снова попробуем. Опять хорошая. То есть нормально. Не то чтобы хорошая, но бывает, тут маленькую тянешь, она как-то сопротивляется так сильно. Прям вообще. Так, снова опустили. Смотрим. И вот снова поклевка. Вот это покрупнее уже точно. Наверное, самая крупная сегодня. Ё-моё. Ух ты. Что вытворяет? Вот это кабан. Не плотва, а кабан. Вот так вот. Если показать, видно. Нормально. Конечно, бывает плотва и под килограмм. Но это не тот вариант. Здесь она точно меньше. Пока что такие не проскакивали, конечно. Снова выплюнула. Вот это вот опять неплохая. Опять хорошенькая. Ну вот.
Размер, конечно, то, что надо. Блин, мурмышка такая засела. Так, мотоль готов, подсадил. Хороший, хороший пучок получился. Наживки. Попробуем еще. Опарыш, что он, в принципе, не снимается с мормышки. Вот мотоль, да, объедает. Вот уже поменьше, конечно. Ну что это творится, а? С этой леской, блин. Вот, сам развязался. Повезло. Леска закручивается. Ее просто не отпустишь по ветру, потому что цепляется за вот эти ледышки, которые находятся на льду. И вот. Сразу же поклевка. Вот крупная нежно клюет прям. Вот так надо смотреть. Крупная нежно клюет. Да что, пора закругляться, наверное, сейчас. Давайте еще одну достану. Да и хватит. Вот она. Вот она, вот она. Ладно, еще одну. Тут невозможно остановиться просто. Невозможно остановиться. О, сразу. Вот. Хорошенькая. И еще одну. Сейчас. Рыбу-то тоже девать куда-то надо. В принципе, есть кому дать. Уже хорошо. И самому пожарить можно. Так, надо руки помыть, потому что замерзли. Есть такой способ. Но тут рыба клюет. Сейчас рыбу вытянем и помоем. Все, пожалуй, на этом хватит. Сейчас я мормышку опущу, леску подмотаю. Вот так. Кивок сюда. Леску сюда. Все, будем закругляться. Он, короче, пособирал рыбу, примерно килограмм точно есть. Ну, понятно, тут больше килограмма. Полный целлофановый пакетик. Рыба разная, там в основном такая ладошка. А есть и такие покрупнее, конечно. С одной лунки, в принципе, поймал. Там я дальше ходил, две штуки поймал. Так что я сейчас вещи собираю, вон свои. Тут, в принципе, моих вещей всего да ничего. Да и буду уходить сейчас, пешню заберу только. Так что спасибо всем за внимание, за просмотр и пока.